В день 80-летия окружной столицы прошла торжественная церемония вручения почетных знаков ветеран города Нарьян-Мара. Звания присвоили 70 горожанам. Среди награжденных строители, учителя, связисты, пекари, водители и даже продавцы. Алина Ваучейская продолжит. Родилась и всю жизнь прожила в Нарьян-Маре. 45 лет проработала в гражданской авиации. И сегодня она получает почетный знак «Ветеран города». Диспетчер Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Екатерина Головина сразу после школы пришла трудиться на предприятие. Аэропорт теперешний и аэропорт тогдашний. Небо и земля, смеется женщина. Я еще начинала в старом аэропорту, где сейчас вот этот городок и вот это. Ну вот. Потом мы переехали на тот... На теперешний аэропорт, теперешний, но только где вот старенькие такие тут маленькие домики. Ну вот, а теперь уж такой аэропорт наш, да. Очень, конечно, изменился, да, конечно. Среди награжденных строители, учителя, пекари, водители, продавцы, работники, пенсионеры различных городских и окружных предприятий и организаций. Все эти люди достойно трудились долгие годы, а некоторые и сейчас продолжают трудиться. Это их заботами рос, развивался и хорошел Нарьян-Мар. Я хочу всех поздравить с этой замечательной датой, с этим скромным начальным юбилеем для нашего замечательного города. И хочу отметить одну вещь. Любой город, любой субъект живет теми отношениями, которые внутри. Любой город живет своими горожанами. Вот у нашего города есть замечательная душа. У нас живут потрясающие люди, которые уважают друг друга, которые трудятся, которые делают все, чтобы и город становился краше. Награду в этот день получили 70 нарьян-марцев, а всего с момента введения почетного знака «Ветеран города Нарьян-Мара» это почетное звание получили 925 жителей окружной столицы. Алина Волчейская, Александр Дуркин, телеканал «Север».